Этим утром я всегда думаю, или даже этим утром подумал, а всегда делаем мы с женой, включаем хвалу и поклонение, молитва. И часто, когда приходят проблемы, тревоги, переживания, ты думаешь, как начать жизнь, вот, или утро, в принципе, ну, потому что да, просыпаемся к жизни. И думаешь, как это, вот где-то мысли пришли, то, что перед тем, как кофе попить, что-то нужно сделать. Ты благодаришь Бога за то, что ты вообще проснулся, что есть жизнь, что есть вообще следующий день. А Писание говорит еще одну вещь, что же делать? Рашел, опять Павел, говорит в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 15 стих. Что же делать, он говорит, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом и буду петь и умом. В это время нашего поста очень важно начинать свою вот, духовную жизнь, просыпаясь к новому дню со славословием, хвалою, чтением Писания и, конечно же, молитвой. На языках, если вы крещены Духом Святым, практикуйте это. Если вы не крещены Духом Святым, дерзайте просить, потому что это важно, 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 чтобы мы пели Духом, пели нашим умом, чтобы мы молились Духом и молились нашим умом, чтобы вспоминать друг о друге, о состоянии нашей страны, куда мы идем. И я назидаю вас в это утро начинать все с молитвы в Духе.